Послание Матери Мира 25 октября 2024 года. Пусть все свершается своевременно. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я пришла к вам с благой вестью. Ваш мир стоит на самом пороге глобальных перемен, которые не позволят представителям глубинного государства осуществить свои зловещие планы в отношении человечества. Во многом эти перемены стали возможны благодаря вашей неустанной энергетической работе. Я знаю, любимые мои, как вы ждете этих перемен, но чтобы они действительно произошли как можно быстрее, сейчас очень важно, чтобы вы не подгоняли их своими чрезмерными ожиданиями. То, что Отец Абсолют заговорил с вами об энергии ожидания именно сейчас, имеет очень большое значение. Поскольку в этот ответственный для Земли и всего человечества период необходимо, чтобы эта энергия была предельно сбалансирована в энергетическом пространстве Земли. Ваши чрезмерные желания получить быстрый результат могут сыграть с вами злую шутку, поскольку в этом случае ваша энергия ожидания резко понизит свои вибрации. Вспомните, как часто в своей жизни вы чего-то страстно желали, в результате чего исполнение вашего желания все затягивалось и затягивалось. Но как только вы перегорали, переставали этого ждать, все происходило само собой, и порой даже лучше, чем вы ожидали. Именно так нужно рассматривать и нынешнюю ситуацию, поскольку в данном случае работает тот же принцип, что и в вашей личной жизни, но уже в масштабах всего человечества. Многие люди слишком сильно ждут хороших изменений, и их можно понять, поскольку переход действительно затянулся. Но вам уже хорошо известны причины такой задержки. Это желание Творца провести в новый мир как можно больше чистых человеческих душ. И я могу сказать вам, что это было оправдано. В течение последних лет произошел резкий скачок в сознании миллионов людей. И все же среди них немного тех, кто способен улавливать энергетические нюансы происходящих на Земле событий. Но вы, мои дорогие, являетесь авангардом перехода, и потому я обращаюсь к вам. Укротите свое нетерпение. Сгармонизируйте свою энергию ожидания таким образом, чтобы она не тормозила грядущие позитивные изменения, а наоборот способствовала их воплощению на физическом плане в нужное время и как можно безболезненнее для жителей Земли. Отпустите ситуацию на волю Творца и сконцентрируйтесь на вашей повседневной энергетической работе. Делайте все спокойно, без спешки и без вмешательства вашего ума. Пусть все свершается своевременно и на высшее благо всех. Таковыми должны быть ваши ожидания, дабы не навредить. Благословляю вас и люблю безмерно. Матерь Мира говорила с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение.